Специалисты Коми энергосбытовой компании и судебные приставы расположились в столичном аэропорту ровно в полдень, аккурат перед отправлением международного рейса. Здесь пассажиры, вылетающие в отпуск, могли узнать о наличии у них долгов за электричество и тепло. Долгов нет, едем спокойно в отпуск. Сегодня любители отдыха в заморских странах знают, с долгами свыше 30 тысяч рублей путь за границу закрыт. Поэтому перед отпуском люди стараются решить эту проблему. Правда, не все. В мае, например, с международного рейса Сыктывкаре за долги сняли 6 человек. В июне – одного. К слову, акция «Отпуск без долгов» дает возможность погасить задолженность прямо на месте. В случае выявления задолженности за энергоресурсы мы предлагаем оплатить ее на месте через банковский терминал. Мы призываем граждан не создавать себе проблем и оплачивать энергоресурсы своевременно и в полном объеме. Ведь запрет на вылет – это реальная мера, которая применяется в соответствии с законом. За полтора часа акции узнать, есть ли задолженность по платежам, смогли порядка 30 человек. Должников среди них не оказалось. Специалисты Коми энергосбытовой компании еще раз напоминают, чтобы не испортить себе отдых, лучше заранее позаботиться об оплате всех счетов. Елена Кононова, Павел Люлянмин, телеканал «Юрган».